Фрейд нам раскрывает, так сказать, теорию поведения мужчин. Ну что мы это без него не знаем? Что если нету рядом женщины, мужчина себя ведет по-другому. Но дать женщину мы не можем в 15 лет, да и в 25, и в 75. Это вечная проблема. Они не могут встретиться. И женщина приспосабливается, и мужчина. И семья себя исчерпала, и отсутствие настоящей любви, которую вы нам проповедуете, это трагедия человечества. Все режимы поменяются, и царь, коммунисты, демократы, кто-то еще прет. Но вы никогда не добьетесь гармонии между мужчиной и женщиной. В этом вы виноваты. У вас Анна Каренина, вот она, героиненность. Бежит, бросается под поезд. И муж есть, и любовник. Чего ей под поезд бросаться? Да дура. Чего ей бросаться под поезд? Представляете, поезд идет, тормозит машинист, все вагоны сдавливаются, все падают. Сумки падают. Падают. Зачем? Ну возьми дома, налей яд, выпей и улегла спать. Нет, она под поезд идет. Видите вы? Почему? Потому что это неинтересно. Да потому что она вредитель, вредитель. Она этим пассажирам навредила.